А, в Риже, я жил такой, да. Вот, в Беларуси, вот, и ФМ, и мобильная связь везде хорошо работает. В России очень много где не работает. Поэтому в России я там записи машины слушаю. А там я слушаю радио, причем и на белорусском слушаю. И вот, например, одна передача была там по истории белорусского языка. Ну, у меня склероз, я запомнил больше красивых слов белорусских. Мне там понравилось слово, когда объясняет происхождение слов. Это старопрежнее. Старопрежнее. Надо же тогда вот не устаревший, а старопрежнее. Как классно. А в этот раз я нашел слово, которое белорусы мои знакомые не знают многие. Значит, была передача про Джо Дассена, и там такая вдруг фраза, что в таком-то, значит, году вышла первая кружелка. Кружелка, блеск. Вот насколько вкусные такие бывают слова.